Около 2 миллионов человек в Каталонии приняли участие в неофициальном опросе общественного мнения, организованном правительством этого автономного региона Испании, несмотря на то, что Конституционный суд Испании признал это решение противоречащим Конституции страны. Однако президент Каталонии Артур Мас настоял на символическом голосовании и предостерег центральное правительство от попыток воспрепятствовать его проведению, назвав их прямым наступлением на демократию. 5,5 миллионам каталонских избирателей было предложено ответить на 2 вопроса. Хотите ли вы, чтобы Каталония стала государством? И если да, то хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством? Многие каталонские политики надеются, что если большинство каталонцев ответит «да» на заданные вопросы, это станет сильным козырем в переговорах о расширении автономии. Завершился день очень активного голосования, когда каталонцы могли высказать свое мнение в ходе альтернативного опроса, который не имеет никакого юридического значения, но имеет значение символическое.